Приветствую, выжившие! В этом видео я расскажу о известных способах фарма крышек в игре. Вы увидите самые эффективные и интересные из них. Каким пользоваться, решать только вам. Для меня же выбор очевиден. Впрочем, обо всем по порядку. Самый элементарный способ – это продавать весь ненужный хлам, оружие, броню, наркоту, медикаменты и так далее торговцам. В игре существует 7 торговых гильдий. Ссылку на карту торговцев я оставлю в описании. У них имеется 200 крышек в сутки. Наторговать с ними вы сможете всего лишь 1400 крышек и будете ждать следующего дня для того, чтобы продолжить торговлю. Как дополнительный способ заработка это, конечно, подойдет, но вот для обогащения точно нет. Фарм тайников в Sugar Grove не актуален и по фикшн, забудьте про него. То же самое и с Уайтспрингом, там фармить у вас тоже не получится. Тюрьма также по фикшн. Можете бегать по кругу на электростанции Poseidon Energy и собирать тайники там. Для этого вам будет нужен перк в удаче коллекционер крышек. Количество крышек в тайниках абсолютно рандомно. Вам может выпасть 300, а может и 10. После того, как вы их соберете, меняйте сервер и опять продолжайте бегать по кругу в поиске этих тайников. При этом другие игроки уже могли все их собрать. Вы будете тратить свое время впустую, чекая сервер за сервером, вместо того, чтобы заниматься полезным делом. Все эти способы однообразные, занудные, абсолютно неинтересные. Пока вы будете повторять эти действия раз за разом одно и то же, не заметите, как игра вам наскучит. Да и остальные способы фарма, которые существуют сейчас в игре, они также будут пофикшены с будущими обновлениями, и у вас станет вопрос о том, где и как же фармить крышки. Fallout 76 это MMO игра. Здесь не нужны NPC, нужно взаимодействовать с людьми. Это и есть еще один способ торговли в игре. Вступайте в группы ВКонтакте, общайтесь в Дискорде, продавайте легендарное оружие и броню другим людям, продавайте ценные ресурсы без всяких ограничений в 200 крышек, договаривайтесь с людьми. Как по мне, лучше фарма крышек в игре, чем фарм людей, не существует. Помимо крышек, с людей вы будете фармить хлам, он выпадает абсолютно весь при убийстве игрока. Сэкономите себе кучу времени, которое пришлось бы тратить на поиски всех этих ценных ресурсов. В PvP нет никаких ограничений, вы можете убивать людей бесконечно, сколько вашей душе угодно. Это интересно, благодаря PvP вы разнообразите свой геймплей, скучать вам точно не придется. Каждый раз у вас будет какая-то новая ситуация, новый игрок. Вам будут попадаться хомячки, которых вы будете убивать на раз-два. А может попасться скилловый игрок, с которым придется попотеть, пытаясь отобрать у него кровно заработанные крышки. Нужно будет придумывать тактику, как убить такого игрока и не отъехать самому. Этим вы еще и создаете геймплей для других игроков, которые заскучали на пустошах от бесконечного фарма мобов и повторения одних и тех же действий. PvP доступно всем и каждому. Не нужно думать, если у вас нет разрывного дробовика с двойным выстрелом, что вы никого не сможете убить. Эти дробаши имба, и далеко не у всех они имеются. Большинство бегает с обычным оружием, многие играют милишниками. У многих есть разрывной карабин, его выбить гораздо проще. Я играю именно с таким. Причем он далеко не топовый, у него нет двойного выстрела, он всего лишь 35 уровня. Дамаг у него всего 389 единиц. Да у каждого милишника с топора дэмэдж больше. Специально под этот карабин я сделал билд, ссылочка на него будет в описании. И чувствую себя абсолютно спокойно в PvP. Бывает даже, что могу перестрелять игрока с взрывным дробовиком. Пока я все это говорил, вы видели, как я ушел в плюс почти на 3000 крышек. Да, видео это заняло 5 минут. В игре это заняло может быть час, может быть 2, это не принципиально. Представьте, сколько вы заработаете за день, если будете только PvP-шиться. Все, что вам нужно, это искать высокоуровневых игроков. Чем больше будет их уровень, тем лучше. Ищите пати и нападайте на них. Улучшайте свой скилл в PvP и будете богаты. Как максимально защитить своего персонажа от урона других игроков, я расскажу в следующем гайде. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Здесь вы не увидите никаких сердечек и пощады. Только PvP. Если понравилось видео, ставьте лайки и удачи на пустошах, выжившие!